Всем привет, с вами Нильгорн, это игра Castle Story. Продолжаем раскопки, продолжаем вести эти раскопки, добывать новые ресурсы, Не то, что новые ресурсы, а просто побольше, потому что вот этого камня мне понадобится просто огромнейшее количество. Я тут научился некоторым фишкам. Во-первых, конечно же, мне и спасибо большое, что вы подсказываете. И как бы что же. Во-первых, то, что вот некоторые блоки... Во-первых, как бы сами вот эти вот персонажи, они не могут зайти с блоком на руках, как бы залезть вот на один блок. Ну, то есть вес, все дела. Это цитата. Вот. И поэтому, чтоб, ну, как бы, вот, к примеру, вот здесь вот... Вот здесь вот, чтобы вот они закладывали, что лучше сделать так, чтобы они прям спрыгивали с блока и вот сюда закладывали. Что я здесь строю? Ну, строю вот такое вот, ну, как бы, складское помещение небольшое. Будет оно здесь вот переходить вот в такой вот проходик, вот здесь он будет. Здесь я закрою вот... сейчас покажу, что я там закрываю. То есть здесь будут две арки, в них вот так будут лежать... коробки. Не буду, не знаю, я буду ли расширять или не буду это складское помещение здесь. То есть и будет еще верхний этаж, там еще я придумаю, что сделать. И экспериментируя в копании проходов, я, так сказать, решил проход раскопать и научился, как это делать. Также научился управлять с камерой. То есть вот сейчас мы прям вот, так сказать, зайдем в гору. И вот такое вот помещение у меня появилось внутри. Ну, как не внутри, а вот внутри горы. Вот, вот с этого ракурса будет круче смотреть. Вот так вот. Вот. То есть здесь вот, здесь спускаются персонажи мои. Здесь проходит. И вот здесь я вырыл такую комнатку. Для чего? Честно говоря, не знаю. Просто поэкспериментировал. И когда я рыл, вот как видите, начал потолок обваливаться. И вот я не знаю, есть ли предел вот этого обваливания потолка или его нету. То есть как-то посередине, ну вот посередине, то есть он обвалился, образовалась дырка, которую мне пришлось заделать вот таким вот образом. Здесь выставляя вот так вот камни, здесь было такое нагромождение лестниц, то есть какие-то что-то подобие строительных лесов я делал, чтобы закрыть эту дырку. Вот ее здесь уже не видно. Ну вот, вот там вот она. То есть блоками я закрыл. Как бы комната осталась цельной, но проход я закрыл. И у меня сразу возникает вопрос. Как же тогда укреплять вот эти вот ниши, вот эти вот, ну как бы, вот эту землю. Потому что получается тогда большое пространство нельзя будет вырывать, что ли, так? Либо как-то надо будет укреплять, ну... потолок. Ну да, конечно же, это в принципе логично и понятно. Также вот я бы хотел здесь вот разрыть вот этот вот момент вот здесь вот, ну вот, вот прям вот тут вот. Как его сделать и как его разрыть, я пока что не думаю, не знаю, точнее, скорее всего, я вот здесь поставил два блока, чтобы они поставили, чтобы поставили мои персонажи. Блин. У них же есть название какое-то, я не помню, мне подсказывали, как их. Желтые мои миньоны, будем миньонами их называть. Так вот, сюда два блока поставят, и может быть они начнут копать, так сказать, вот эту стенку я бы хотел ее снести до вот, 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 вот до этого уровня, где вот здесь у меня проход. И отсюда я бы хотел продолжить строить такой уже мостик небольшой. Здесь будет башенка. Я уже об этом говорил. Но надо снести здесь, чтобы... Вот эту стену надо снести, чтобы я бы построил здесь красивую такой, такую большую башню. Красивую какую-нибудь. Ну, по крайней мере, будет у нее вид симпатичный. Также продолжаю здесь поднимать башенку. Вот уже небольшие окошки появились. Но здесь довольно-таки... тяжело это все идет, но потихонечку, потихонечку и потихонечку. Также я научился делать новых работников. Они у меня потихонечку появляются. На самом деле, то, что... Не знаю, почему вот здесь вот у меня, ну, в ящике лежали алмазы эти или кристаллы. Не знаю, как правильно их назвать. Не знаю, почему они там лежали. И
мне советовали их как бы взять оттуда и положить сюда. Но такого не происходило, не знаю почему. Поэтому я сделал иначе. Я брал их, высыпал на землю, ставил уборщика, который убирал эти кристаллы, и он их уже складывал в кристалл. И как раз таки здесь я и... Пожалуйста. Та-да! Так, 0% вот как раз таки вот это вот, если навести вот на этот восклицательный знак, здесь можно посмотреть, сколько процентов осталось до следующего, так сказать, моего строителя, рабочего, работника или еще как угодно его можно называть. Так. Честно говоря, здесь не хватает освещения, притом категорически не хватает. Вот куда-нибудь его вот сюда бы, да, вот воткнуть вот сюда вот. Давайте попробуем. Такое именно, которое будет висеть в воздухе. А чтобы он его сюда поставил, мы сделаем вот так вот. Вот так вот. И здесь вот так вот. Ну, я так понимаю, что... К сожалению, нету здесь вот этих лесов. То есть, ну, леса, рабочие строительные леса, которые бы... Так, отлично. Спустились-то они, спустились. И блоки здесь, я смотрю, разрушили. А вот этот блок кому остался? Странно. А. То есть под этой физикой подвержена настолько земля, а камень может висеть в воздухе, так что ли, получается? Ну, это как-то не круто, ребятки. Вообще не круто, ни разу просто не круто. Давайте попробуем здесь сделать вот так вот. Я надеюсь, этого хватит. И надеюсь, здесь дальше продолжат копать. Посмотрим. Пока не будем торопиться. Будем смотреть, как они там будут. Как они будут и что делать. И как же... И построят ли они вот этот вот. Так, то точно они, наверное, заберутся сюда. Что, кстати, как будто... Две музыки. Хм, странно. Еще мне подсказали, что нужно, конечно, было между вот здесь вот проходами делать две клетки. Потому что... Ну, таким образом они бы не... Как бы это правильно сказать... Не путались, то есть когда два рабочего идут навстречу, они бы друг друга обходили, а теперь они, ну, один начинает в обход идти, а другой возвращается, как бы, ну, идет по направлению тому, кому, как, которому ему надо, так сказать. Так. Чего здесь залипли, я вот, честно говоря, не представляю. С одной стороны не представляю, с другой стороны понимаю. Во-первых, я здесь блок хотел поставить, да? Вот так вот, наверное, да. Вот так вот. Теперь, мне кажется, будет все нормально, да. Теперь они вот так спустятся, и все, отлично. Просто шикарно. Теперь остается разрушить здесь все. Вот так вот сделать, и мы сделаем вот так вот еще. Вот так вот. Посмотрим, как вот здесь получится. И что из этого получится. Так, о, отлично. Отлично, ох, как даже ярко, я бы даже сказал. Зато теперь все видно. Это сразу разрушаем. Может быть, есть легче способ, как вот, допустим, поставить фонарь на такое расстояние, потому что, ну, я этого способа не знаю. И... Вот жалко, я еще раз повторяю, что строительных лесов нету, что они почему-то не хотят... вводить какие-то такие приспособления, которые бы давали возможность временно построить на высоте какие-нибудь вот строительные леса и благодаря им, так сказать, ну, не строить никаких дополнительных функционалов, никакого дополнительного. Также я здесь копаю под башню, так сказать, пространство, ну и плюс, конечно же, материал рабочий будет у меня. Честно говоря, рабочий материал я прям не представляю, где брать. У меня есть
в планах на самом деле вот здесь где-нибудь сделать какую-нибудь, ну, шахту. И прям вот внутри все пытаться вырыть, так сказать, сделать большой, ну, как сказать, подземный город. Ну, не то, что город, а именно такое какое-то здоровое подземное помещение. Попробовать, по крайней мере. Есть это в планах. Может быть, это будет интересно. Я вспомнил, почему я начал с этого режима, а не с режима выживания. Потому что в режиме выживания нельзя было копать, ну, по крайней мере, последний раз, когда я играл, нельзя было копать вот эти ямы, нельзя было в скалу врезаться. И, ну, это как-то не круто, по-моему. Вообще не круто ни разу. Потому что хотелось бы, чтобы это было. Там этого не хватает, делать какие-то ямы. Хотя, может быть, из-за этого и не делать, потому что можно было бы просто себя закрыть ямами, да, и все. Скорее всего, кстати, они из-за этого и не делают. Также у меня есть вот вопрос, и сейчас вот и вопрос, так сказать, и предположение, как этого решить. Вот смотрите, вот так вот бревно можно ставить, и вот сейчас, если я его поставлю, оно хоп, ставится. И, в принципе, вот оно загорелось таким зеленым цветом, это значит то, что доступно для установки. Так же, как и вот здесь вот. Доступно для установки. Другой вопрос, можно ли туда дойти или нельзя, это уже другой совершенно вопрос. В данном случае, кстати, вот надо вот так вот сделать, чтобы они закончили. И вот почему они бревно это не ставят, именно не ставят, потому что довольно-таки долго они его не будут ставить. Так, отлично. Еще один уровень уберем. Ну, потихонечку так будем срезать эту стену. Так, вроде бы здесь все построили. Если дальше продолжать, то дальше нужно нам увеличивать башню. И вот эту часть забора я бы увеличил вот здесь вот. Во-первых, нужно... Так как вот эти два блока они точно никогда не поставят, пока что я не построю здесь лестницу. Мы увеличим вот здесь вот пространство. Вот так вот пока. И потом еще вот так вот. Сейчас объясню, зачем я еще один сделал. Потому что. Сейчас. Вот здесь вот я сделаю лесенку, то есть пока временную, так сказать. Временную лестницу, чтобы выходить вот сюда вот и... Кстати, мне же нужно будет подъем, как бы. То есть я бы хотел вот... сейчас. Хотя нет, ничего, все нормально. Здесь я просто сделаю временную лесенку. Вот здесь вот где-нибудь. Сейчас я просто смотрю, какое расстояние нужно. Так. Вот так. И вот так вот пока что построим. А потом, если что, я буду увеличивать. И, скорее всего, на определенном моменте я сделаю из какого-нибудь башенки выход. Ну, то есть забор же должен какой-то высоты быть, кончаться где-нибудь. Вот здесь вот как раз-таки можно вот этот предел сделать. Как раз-таки здесь и будет кончаться. И будет такой там помост, то есть на котором можно будет ходить. То есть если... Ну, думать на будущее, как бы, если все-таки враги какие-нибудь будут, их, понятно, не будет, но вообще, если бы они были, то нужно же было бы где-нибудь ставить лучников. То есть для них вот помещение, ну, места, так сказать, как раз таки будут. Жалко, здесь нету какой-то социальной части, а есть только постройка. Круто было бы, если бы можно было ферму построить. Ну, вот я смотрю, вот бревнышко-то они не хотят ставить таким вот видом. Не знаю, почему. Есть варианты, давайте вот так вот построим. Вот так, и потом, чтобы, конечно, забраться туда, надо будет лесенку поставить вот так вот. И в чем мысль? То есть, если я сейчас поставлю блок, они принесут поставить здесь бревно, и я уберу блок, и бревно упадет. То есть, в данном случае, это же очень было бы правильная балка. То есть, балка, укрепляющая потолок.
это было бы очень классно и интересно в этом плане. Кстати, можно, в принципе, вот где-нибудь здесь это тоже временную шахту сделать. То есть, к примеру, вот здесь вот еще много копать. Когда они докопают до низа, здесь сделать в скале проход и туда углубляться, в принципе, кстати, как вариант. Только единственное, что надо будет улучшить лестницу, сделать ее двойную, то есть чтобы два вот этих человечка спокойно бегали туда-сюда, тогда не будет заторов. Ну, вот здесь вот я сделал ошибку, не сделал сразу такую лестницу. Ну, можно в принципе, переделать все. Ладно, решим, посмотрим. Исправить всегда можно. Просто так как здесь вот эту лесенку... Убрать ее можно, нельзя. Она же как бы не временная. Ну вот жалко, вот прям вот пристроить просто нельзя, к сожалению. Вот это очень печально, я бы сказал. Да. Ладно. Так, все здесь все готово. Вот. Здесь я хотел вот именно такой проход сделать вниз, то есть он закрытый будет. Кстати, вот видите, у меня произошел какой-то глюк, если кто знает, как его решить. То есть, видите, вот это вот. Вот эта часть горы у меня как-то затемнилась. Вот эта руда, камень. Ну, даже не то, что камень, а вот то, что вот внутри, там оно затемнилось. Притом вот с какой-то с одной стороны. И как это исправить, если вы знаете, то ответьте, так сказать. Посоветуйте. Ладно. Что же здесь? Здесь у нас будет именно вот здесь вот такой вот проход наверх будет. Это все правильно. Здесь, значит, мне нужно убрать вот эту землю. Вообще не нужно. Так. Здесь я хочу увеличить пространство. Так, это мы уберем пока что. Здесь будет именно вот такой вот, ну как бы просвет, то есть можно будет посмотреть вниз. И вот самое обидное, что здесь вот нету какого-то такой тройного блока, не хватает, чтобы вот здесь вот как раз-таки закрыть. Да, вот как бы такой вот еще бы окружность вот такая вот была бы. Было бы очень симпатично смотрелось. Но это моя ошибка в том плане, что можно было бы рассчитать так, чтобы вот эти два блока на самой верхушке соединились, а не была вот такая вот щель некрасивая. Так что, ну, в принципе, только себя остается винить. Ну и вообще, они могли просто блок сделать какой-нибудь, который был бы похож на крышу. В принципе, можно... Конечно, вот эти блоки лестницы использовать как крышу, то есть верхнюю часть домика, то есть как бы сделать такую треугольную, и будет как крыша. Тоже, в принципе, это реально, и это возможно очень просто сделать. Так. Вот почему они здесь? Вот сейчас интересно, им что-то мешает сюда попасть? В принципе, они же становились. Или просто у них нету сейчас задачи вот этого. Как там. Очень много задач, когда даешь им, они вот, к сожалению, не могут распределиться, допустим, там строители, там, ну, двое, допустим, камней таскали, а третий копал исключительно, к примеру, вот так вот. Так бы, мне кажется, было правильно. Кстати, вот давайте одного строителя вот. Потому что я смотрю, вот здесь вот уже чересчур стоят двое. Просто они стоят. Ну, вот, короче, затор уже происходит. Уберем несколько. 5 целых копателей. Уберем, к примеру, одного уберем. Вот так. Вот этого переведем в строителя. И пускай он переходит в строитель. Так, ладно. Вот. Честно говоря, не знаю, как дальше продолжать вот это помещение, вот это вот, потому что нету, я знаю, почему я не могу определиться, потому что нету забора здесь. Может быть, заняться забором, то есть, как бы, окантовку забора сделать и потом уже думать, что будет внутри, как это будет выглядеть. К примеру, вот здесь уже напрашивается, да, стена будет соединяться вот с этим каким-то помещением наверху, к примеру. Да, кстати, прям вот напрашивается сюда. Также вот
Наверное, я знаю, наверное, что я сейчас сделаю. Я сейчас выпрямлю, задам, ну да, смотрю я. Как задача сразу другая, ну точнее, одну задачу не закончили, сразу вот приступаем к другой потихонечку. Я думаю, я вот здесь вот выпрямлю. Как бы это так правильно-то сделать? Темно, блин, неудобно. Наверное, вот здесь вот будет упираться забор. И вот так. И просто я сейчас вот такой вот момент выпрямлю здесь все. Вот так, вот так, вот так. Вот это тоже бы в идеале выпрямить. Ну. Вот так, вот так. Так, ну вот здесь вот как бы мне лучше это сделать. Хм. Ага, я могу здесь просто блоки поставить. Другой вопрос, что поставят ли они туда блоки, да? Вот сюда вот сразу видно, что не поставят блоки, поэтому вот сюда вот ставим блок. Вот здесь вот, блин, какой-то ракурс неудобный. И вот эти темные затемнения, оно тоже не дает лучше. Так, в общем, вот так вот примерно пока что поставим. Здесь пускай покопает, а там пускай поставит. Посмотрим, что из этого выйдет. И как это произойдет на самом деле. Аж втроем копает. Прям. Такие. Ну все, в принципе, он так потихонечку сейчас все закопает. Ну, кстати, нет, ну могли бы. Нет у них какой-то позиции, что ли. Хотя вроде бы можно... Можно, можно. А, я неправильно сделал. Или правильно? Тут же можно. Странно. Вот что они сейчас не выходят, так сказать. Ладно. Опс. Так, опустимся немножечко. Уберем вот это все. Все, встали, ребятки. Попробуем вот так вот раскопать. Тут-то они достают. Хм. Такое чувство, что они... Я говорю, такое чувство было, как будто они вот просто залипли, что ли, или у них сломалась система, так сказать, подачи вот этих перехода. Вот-вот все правильно вот сейчас делают. То есть один пошел. Один пошел собирать. Другой пошел. Отлично. Значит, мы здесь убираем, вот так вот ставим блоки и вот так вот так вот. Сейчас дальше посмотрим, что здесь получится. Отлично, отлично, отлично. Все получается просто шикарно. Тем самым я сейчас выровню как бы себе стену, то есть, по крайней мере, вот этот момент. И здесь мы будем обустраивать потихонечку вот этот угол. Потому что я бы хотел сначала как бы нижнюю часть всей крепости построить. И потом уже вверх башенки выстраивать и тому подобное. Ну и настраивать более-менее инфраструктуру в том плане, что откуда я буду носить камень. Здесь ли шахту делать, либо здесь внизу делать шахту. То есть вот это я тоже решу еще. И по-моему у меня кончились блоки для... Да, по-моему... Давайте вот здесь их установим. Так, раз, два, раз, два. Так, оп, 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 оп. Раз, два, раз, два, раз. Очень большие достаточно помещения надо будет делать для этого, для хранения всего этого, потому что в итоге, конечно же, будет очень много храниться камней, храниться других всяких материалов, потому что везде их надо будет выставлять.
Жалко, круглых камней нет. Это тоже вот минус. Кстати, как тут... Ага, вот. Все, поставили они на блок бревно. Сейчас мы уберем нижний. Если бревно упадет, то я не понимаю, в чем прикол. Честно говоря, вот именно так. Да. Ладно. Ну, здесь, в принципе, все правильно, все отлично. Единственное, что вот, вот здесь вот просто надо опять будет срыть. И все будет отлично. Так, все. Они встали, что-то у них произошло непонятное. Конфликт, конфуз. Ну что ж, дальше уже в следующей серии. Блин, что-то надо было на день все-таки подождать. Ладно, в следующий раз буду правильней и подожду дня, чтобы начать съемку. Так, ну иди, чувак, ты же мешаешься. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если у вас есть какие-то пожелания или какие-нибудь советы по этой игре, то я с удовольствием их выслушаю. Задавайте вопрос, если они у вас возникают. Если у вас есть еще какие-то пожелания, то тоже их оставляйте в комментариях под видео. Также игра скачана в Стиме, так что не задавайте вопросы, где я ее нашел, потому что я ее просто скачал в Стиме, у меня лицензионная версия. Так что играйте в лицензионные игры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Советуйтесь друзьям. Всем всего хорошего. С вами был Нильгорн. Пока.